Каждый подписчик такой. Ты прятаться. Окей. Да ну фу. Бро, в прошлой серии. Да как это говно вообще смотрят? Это было позавчера. Это было первое и последнее видео, которое я смотрел этого придурка. О, у него есть видео еще про Мума. Надо заценить. Каждый подписчик такой. 3, 2, 1. Да! У него вышло новое видео, да! Быстро-быстро коммент. Первый. Да! Да, я самый первый! Да! Первый! Да! Первый! Зачем я все это делаю в замедленке, если потом можно будет просто замедлить в монтажах? Каждый подписчик такой! У Сердириониса вышло новое видео! Хорошо, что я поставил колокольчик, чтобы первым ставить дизлайки! Дизлайк, ублюдок! Ха-ха, я твой хейтер! Мадафака! Дизлайк, 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 дизлайк! Отписка! Хотя я еще буду подписан как минимум месяц, чтобы тебя первым ставить дизлайки! А ведь есть люди, которые поставили колокольчик ради того, чтобы ставить лайки. Странные. Каждый подписчик такой. Ух ты! А что это у него за бананка такая? Блин, я тоже себе теперь такую хочу! Теперь я буду такой же, как и мой любимый блогер! Теперь я такой же, как и мой любимый блогер! Да! А получается, что я такой же самый крутой, как и мой любимый блогер! Да! Каждый подписчик такой. Воу! У Сергиониса вышло новое видео! Да. Надо бы подготовиться! Так, стоп. А где мой телефон? А где телефон? Каждый подписчик такой! О, у Униса вышло новое видео! Ладно, потом посмотрю. Каждый подписчик такой! Вау! Вот это видео! Я тоже должен снять такое видео! Тогда у меня тоже будет сколько просмотров и сколько подписчиков! Так, все, быстро писать сценарий! И где мои просмотры? Опять на... Школьник перепробовал очень много форматов, но у него ничего не получилось. И каждый день он засыпает с мыслью, что же снять. Сейчас он опять получил неудачу, и у него опять эти суицидальные мысли. Именно поэтому он ударил об стенку, и его рука заболела еще сильнее, потому что он тупой. И кто знает, может быть, когда-то инспектор-школьник будет нравиться людям. Каждый подписчик такой. И Мома появилась в Корее. Но вообще-то Мома была из Японии. А Грэнни было 49 лет. Ну на самом же деле Грэнни было 80 лет. Подписывайся на канал и ставь лайк. Но сначала же надо говорить про лайк, а потом уже аж про подписку. Почему я просто должен поправлять этого блогера? Какой-то нелепый блогер. Каждый подписчик такой. Да ладно. Это был Блендер? О, да ладно. Там не было призрака? Вот это поворот! Я так за нее радый! Она победила Мому! Она будет в безопасности! Я так за тебя радый! Аня Портер! Я так за тебя радый! Каждый подписчик такой! Этот лайфхак очень сильно упростит вашу жизнь! Возьмите нож! Ага, взял! Затем намажьте на нож зубную пасту! И почистите ими зубы! И почистить зубы! Отличный способ для отбеливания зубов! Каждый подписчик такой. Суприм кто? Суприм банда! Ты тоже можешь вступить в Суприм банду. Всего то, что тебе стоит, это подписаться на канал, нажать на колокольчик и лайк под это видео. И ты уже в такой крутой банде, как я. Да-да, вот такой вот простенький билет ко мне в банду. Каждый подписчик такой. Эй, йо, чё творим, бро? Меня зовут Сергионис. И бро. Просто сразу же бери, подписывайся на канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь перед временем Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. В общем-то, бренд, если тебе понравилось это видео, ты уже поставил лайк. Поэтому давайте на это видео наберем 5000 лайков, и для вас это вообще просто. Просто нажать на лайки, все. 5000 лайков, и я сделаю новую страшилку. Никогда не скачивай. Что-то очень мистическое. В общем, все как вы любите. 5000 лайков на это видео, и я делаю страшилку. Перед тем мне уже самому хочется ее сделать, поэтому. А 5000 лайков просто будет для меня мотивация. И да, бро, я не забыл. В
Вот коммент из-под прошлого видео! Господи, ты же вглядись, какие они идеально шикарные! Но, бро, не расстраивайся, ведь ты тоже будешь по следующее видео. Всего то, что тебе стоит, это наш отдать лайк, колокольчик и написать комментарий. И если по твоим комментам не будет никаких комментов, так ты попадаешь в следующее видео. Да, бро, такой вот простенький билет ко мне в видео. И на этом все, бро. Оставайся таким же шикарным. Пока!